Всем привет, это канал Мусалим. В работе у нас Nissan Qashqai на шумоизоляцию багажника и 4 дверей. Багажник разобран. Заталкивается поверхность. Все будет проклеено. Полностью пол. Максимально арки, крылья по максимуму. Все будет проклеиваться вибро и шумопоглощающим материалом. Первым слоем наносим вибро, затем шумопоглощающим материалом. Что касается заводской шумодомерки, присутствует арка. Вот здесь вот два небольших кусочка. На второй. Обязательно нужно. И на полу под запас. Все остальное голый металл будем проклеивать, устранять. Разобраны двери. Двери пустые полностью, ничего нет, внутренняя полость проклеивается и с внешней стороны. Сейчас мы вам это покажем. Передняя дверь тоже пустая. Эти двери сопровождаются вот таким звуком. Будем устранять, обезжириваем и приступаем к нанесению.